Советы по работе с микрофоном. Представьте микрофон как продолжение руки. И не бойтесь с него говорить. Держите микрофон, как держит столовый нож, кончиками всех пальцев. Не нескольких, а всех. Не оттопыривайте мизинец. Удерживайте микрофон от губ на одном расстоянии и под одним углом в течение всего выступления. Держите микрофон в правой руке, если вы левша, в левой. Но если вам совсем неудобно держать в правой руке, возьмите его в левую. Если микрофон закреплен на стойке перед выступлением, подготовьте его высоту под свой рост. Не стучите по микрофону, не дуйте в него, чтобы проверить, работает ли он или нет. Достаточно просто поприветствовать аудиторию, и вы сразу поймете, слышно вас или нет. Если вы сняли микрофон со стойки, унесите стойку на край сцены. Если микрофон установлен на столе или трибуне, не наклоняйтесь к нему. Обязательно потренируйтесь говорить во включенный микрофон до выступления. Услышьте, как звучит ваш голос и не заводится ли микрофон. Комфортно ли вам говорить в него? Отрегулируйте все. Не приближайтесь с микрофоном к динамикам. Они могут начать заводиться и фонить, и это будет очень неприятный звук. Помните, что у радиомикрофона ресурс батареек невелик, и они могут сесть через несколько часов, поэтому всегда имейте их в запасе. Удачи вам!